аромат красного чая. Как вы видите, такие старые стеллажи. Ящики пластиковые, на некоторых производствах я вижу деревянные ящики, но здесь используется пластик. В них складывается сырье. Сразу после того, как происходит процесс сминания жовнен, сюда складывается сырье и накрывается такой вот тряпочкой. Собственно, там чай внутри, он немножечко даже теплый, бывает иногда теплый, температура немножко поднимается, потому что происходит ферментативный процесс. На каждый стеллаж наклеивается такая вот наклеечка, на которой написано, какой сорт и во сколько он загружен, что очень важно, потому что длительность процесса может быть разной, в зависимости от того, какое сырье поступило на завод. Это зависит от погоды, которая была в этот день на улице. То есть, если, например, была влажность выше или ниже, или был дождь, не было дождя, а либо сильно дождя, чай часто даже вообще не собирают, чтобы не получилось его совсем низкокачественным, потому что дождь плохо влияет на лист. Собственно, процесс сам может длиться от 10 до 12 часов. Вот, обычно всегда контролируется мастером, он подходит в процессе ферментации и смотрит, что происходит. После того, как ферментативный процесс закончен, листья загружаются в гонзал. Это сушка, первичная сушка. И потом еще два раза делается хумбей.